يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا قابل التوبات Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Хадид ТВ 3. И мы хотим напомнить о том, что наши передачи, тема наших передач посвящена месяцу Рамазана, то есть именно проповеди посланника Аллаха о месяце Рамазан. И также хотелось бы уточнить, что сегодня последняя передача наша, посвященная этой теме. И, иншаллах, мы надеемся, что до этого передачи были очень полезными для вас. И у нас снова в студии в гостях уважаемый Худжат Алислам Вали Муслимин, шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассалам, рахматуллах. Уважаемый шейх Гурбан, я напоминаю о том, что это наша последняя передача, посвященная этой теме. И на прошлой передаче мы немного отошли от самой проповеди. Мы рассказали о том, что, каким образом изменился мир, насколько изменились приоритеты, ценности в этом мире. И хотелось бы, конечно же, именно продолжить проповедь, именно тему проповеди посланника Аллаха. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Итак, его светлость пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям продолжает свои речи, говорит следующее: أيها الناس أن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة. О люди, знайте, воистину врата рая в этот месяц являются открытыми. Его святость говорит о том, что в этот месяц легко достичь рая. Мы, в принципе, обсуждая данную проповедь его святости пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, очень часто говорили, касались данного вопроса, что в этот месяц Всевышний ищет повод, чтобы ввести людей в рай и оградить их от ада, вывести их от ада, от мучений, от страданий, от грехов. И поэтому и вполне естественно, что врата рая в этом месте являются открытыми. То есть человек за малейшее свое благое деяние может войти в рай в этот месяц, достичь рая в этот месяц. Другими словами, в этот месяц очень легко достичь рая. Даже наши деяния благие и малейшие воспринимаются в этот месяц в 10-кратном, 100-кратном размере. Да, абсолютно верно. То есть весь этот месяц служит всего лишь поводом для того, чтобы человек мог достичь вечного счастья, вечного блаженства. То есть малейший повод, данный Богу в этот месяц, уже вводит человека в рай. Итак, далее его светлость продолжает. Фас-алу. Так как врата рая открыты в этот месяц, являются открытыми в этот месяц перед вами, فَسْأَلُ رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُغَلِّقَهَا عَلَيْكُمْ. Молите Бога, просите Бога о том, чтобы Он... То есть они уже являются открытыми, обратите внимание. В остальные месяцы человек должен молить Бога о том, чтобы Он открыл перед ними врата рая, чтобы он мог войти туда, чтобы он мог совершить, чтобы дал ему успех совершить те деяния, те поступки, которым откроются двери, с помощью которого может войти в рай. Молить Бога о том, чтобы Он дал ему успех совершить, быть послушным Ему и не ослушаться Его. А в этот месяц Он уже дает эту возможность, этот успех. И нужно молиться только о том, чтобы Всевышний не закрыл перед ним эти двери за какие-то его недочеты, какие-то его ошибки, какие-то его халатные поступки, халатность, беспечность в тех или иных моментах. Потому что мы все грешные люди, можем какие-то совершить какие-то ошибки, оступиться где-то. И нужно молить в этот месяц Бога, чтобы Он не закрыл из-за наших ошибок
из-за наших недостатков, из-за наших каких-то отступлений. Где-то мы что-то неправильно поймем, к чему-то неправильно отнесемся, где-то проявим высокомерие. Нужно молить, чтобы Всевышний не закрыл из-за этого перед нами врата рая. А так они открыты в этот месяц. Нужно всего лишь дать повод Всевышнему ввести человека в рай. В этот месяц нужно всего лишь дать повод. И как я уже говорил, вся хутба нам об этом и говорит, доносит нам это, что этот месяц всего лишь является поводом, уникальным шансом, уникальной возможностью для человека войти в рай. وَأَبْوَابَ النِّيرَانِ مُغَلَّقَةٌ. А врата ада являются закрытыми в этот месяц. Врата ада закрыты в этот месяц. То есть, другими словами, очень тяжело туда попасть. Очень тяжело войти в ад в этот месяц. Почему? Потому что Всевышний ищет самый малейший повод, чтобы избавить человека от ада. Нужно быть очень ленивым, очень беспечным и очень глупым человеком, верующим в этот месяц, чтобы не избежать ада и не войти в рай. То есть это очень легко. فَسْأَلُ رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ. Так молите Бога о том, чтобы Он не открыл перед вами двери ада. Опять-таки, так как мы имеем какие-то недостатки, ошибки, можем оступиться, что-то сделать не так, нужно всегда быть начеку и молить Бога о том, чтобы Всевышний не открыл двери ада. А в остальном месяце все чуть иначе, все чуть сложнее, чем в этот месяц. В этот месяц все намного проще. Человека намного проще достичь того, ради чего он создан, ради чего он живет в этом мире. وَشَيَاطِينَ مَغْلُولَةٌ. То есть дьяволы, шайтаны, искусители в этот месяц закованы. То есть человека ничего не искушает. Если он плох, если он совершает грехи, то это значит, что в нем уже это сложилось, что он уже обрел эту привычку. Обрел привычку, это стало его образом жизни, совершать грехи, ошибки. То есть только самые худшие из людей только могут совершать в этот месяц грехи и ошибки, ослушаться Всевышнего. И самые несчастные те, которые будут не прощены в этот месяц. Да, и как это говорилось в самом начале проповеди, то есть самые несчастные из людей, те, которые, и даже более того, в проповеди Его Святость говорит, единственные несчастные, не то, что самые несчастные, единственные несчастные – это те, которые не будут прощены в этот месяц. Но мы разъяснили, почему единственные, почему таким образом выражается Его Светлость. И в связи с этим вспоминается, то есть есть предание от Его Светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, который говорит об одном из положений шариата, который, в общем-то, был запрещен после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И в связи с этим говорит, что Его Светлость говорит, что если бы это положение религии не было бы отменено, не было бы запрещено, то прелюбодеяния совершали бы только самые несчастные из людей, только самые развращенные люди. Потому что это положение религии, оно ограждало нормальных людей, верующих, ограждало от прелюбодеяния. Обычного человека, не извращенного человека, не испорченного человека это положение ограждало это от положений, от прелюбодеяния, от того, чтобы ослушаться Всевышнего. Поэтому, так как дьявол в этот месяц скован, то человеку ничего не мешает, кроме него самого, естественно, ничего не мешает быть покорным Богу, и ничего не мешает избежать ада в этот месяц. Далее Его Светлость говорит فَسْأَلُ رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّتَهَا عَلَيْكُمْ. Искусители в этом месяце скованы, заточены. Так молите Бога о том, чтобы Всевышний не дал им власть над вами.
не дал власть искусителям, власть шейтану, то дьяволу над вами. То есть не поддавайтесь одним. Молите Бога о том, чтобы он не дал власть им над вами. Это имеется в виду не поддаваться им, чтобы Аллах дал возможность и нет, силу здесь, нам не поддаваться? Нет, здесь ясно говорится о том, фас-алю, то есть молите Бога. Молите Бога о том, чтобы он не дал им власть над вами. И молите Бога, молитесь об этом, делайте это дуа. Фас-алю, то есть дуа. Дуа, я как уже говорил, отличается от суал. Здесь не сказано фад-у. Почему? Потому что не сказано дуа. Потому что дуа — это просто обращение ко Всевышнему. Оно не предполагает о чем, просьбу о чем-либо. А суал предполагает. Потому что человек может обратиться к Всевышнему, это будет дуа, но не будет суалом. То есть не будет просьбы о чем-либо. И дуа является обязательным. Человек обязательно, это ваджиб. Это фарды. То есть человек непременно должен обращаться к Всевышнему. Общаться с ним. А суал, нет, суал он может быть, а может не быть. Ну, конечно, человек должен опять просить, потому что Всевышний всемогущ и, в общем-то, не скован какой-то жадностью и какими-то другими порочными и качествами, и может даровать человеку, если он может это получить, если это ему будет полезно, если это ему будет нужно, то Всевышний даст ему то, что он просит. Поэтому и просить. Если и просить, то кого просить, кроме Бога? Если просить, только Бога можно просить о чем-либо. Поэтому это тоже очень важно. Уважаемый шейх Гурбан, должен прерваться на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, после паузы мы продолжим данную тему. Уважаемые телезрители, мы прерываем небольшую паузу. Уважаемый шейх Гурбан, мы говорили о том, что в этот месяц желательно просить Аллаха о том, чтобы он ограничил власть, то есть не дал власть дьяволам над нами. Можно продолжить. Здесь говорится о том, что врата рая в этот месяц открыты, врата ада в этот месяц закрыты, и искусители скованы в этот месяц. Так молитесь, то есть это уже сделано. Молитесь о том, чтобы Всевышний из-за ваших ошибок, из-за ваших грехов не закрыл врата рая и не открыл врата ада и не освободил искусителей, дав им власть над вами. Молите об этом, то есть они уже скованы. Только молите о том, чтобы Всевышний не освободил их, дав власть над вами. На этом его светлость, саллаллаху алейхи ва саллям, свою речь заканчивает. Но его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, повелитель правоверных, который передает эту речь, который является передатчиком этой речи, этой проповеди, спрашивает, задает вопрос его светлости, пророк Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Каля амир аль-му'минин, факумту факульту я Расулаллах». Повелитель правоверных, который является передатчиком, сказал: «Я встал в этот момент и спросил его светлость, о посланник Аллаха, «Ма афдалуль а'мали фи хада шахр?» Что является самым достойным деянием в этом месяце? Что является самым важным, самым достойным, самым ценным в этот месяц? В месяц Рамадан. «Факаля» и отвечая на этот вопрос, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, говорит: «Я абаль хасани афдалуль а'мали фи хада шахр?» «Аль-вара'у ан-махарими Аллахи Аз-Заваджалля». «О Абуль-Хасан», то есть это кунья его святости, повелителя правоверных, Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, «О Абуль-Хасан». Воистину, самым достойным, самым ценным, самым важным деянием в этот месяц
является аль-вара. Аль-вара'у ан махарамиллах. Аль-вара, то есть это то, с помощью чего человек ограждает себя от того, что Всевышний запретил. Здесь так и сказано, ан махарамиллах, от того, что Всевышний запретил. То есть это оградить себя, это отстраниться, это не совершать то, что Всевышний запретил. Всевышний запретил, например, злословие, сквернословие, значит, нужно оградить себя от этого, не совершать этого. Это есть вара. Вара – это то, что человек не совершает то, что Всевышним запрещено. Итак, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о том, что самым лучшим, самым ценным, самым важным в этот месяц является то, чтобы человек не совершал то, что запрещено. И на самом деле мы уже говорили об этом, что важнее всего для человека то, что является для него обязательным. А отстранение, несовершение запрещенного является обязательным. Это обязательно. В первую очередь человек должен думать о том, чтобы оградить себя, не совершать запрещенные Богом деяния. Должен думать о том, чтобы не ослушаться Всевышнего. Это самое важнее, важнее всего. И даже порой этого может быть достаточно, если будет человек будет достаточно внимателен в этом вопросе, то порой даже этого достаточно для того, чтобы достичь той цели, для которой он был создан. И нет необходимости в таком случае, даже очень какой-то особой необходимости нет в том, чтобы совершать дополнительные деяния, какие-то желательные деяния. То есть настолько это важно, настолько важно придерживаться запрета Всевышнего, не ослушаться Всевышнего. В связи с этим по поводу вара, то есть ограждения, отстранения от запрещенного Всевышним, хочу привести пару предание о том, насколько важно оградить себя от запретного, насколько важно следовать этому. Аль-вара, насколько вара является важным. Итак, у Сулюкафи, второй том, 90-я страница, его святость, Алибин Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, говорит следующее. Ас-сабру сабран. То есть имеется два вида терпения. Сабрун индаль мусиба. Терпение, которое человек проявляет, когда его постигает беда, когда он подвергается испытаниям. Это один вид терпения. Но это не самое лучшее терпение, не самое достойное. Есть терпение, которое превосходит по своей значимости, по своей важности этот вид терпения. Хасанун, джамилун, это хорошо, это хорошее терпение. Это красивое деяние, прекрасное деяние, когда человек проявляет терпение, когда его постигает какая-то трудность, какая-то беда. وَأَحْسَنُ مِنْ دَالِكْ. Но еще лучше, еще прекраснее, еще красивее этого, когда أَسَّبْرُ إِنْدَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكِ. Когда ты проявляешь терпение в отношении того, что Всевышний тебе запретил. То есть, например, Всевышний запретил прелюбодеяние. Естественно, что молодые люди так или иначе в них есть нечто, что тянет их к этому деянию, этому омерзительному деянию. Но верующий, который проявляет терпение, он проявляет аль-вара, он проявляет самое лучшее из видов терпения, самое лучшее терпение. И это терпение, мы знаем, на самом деле, я просто хочу упомянуть, что терпение относительно бед, которые постигают человека, это очень достойное деяние. Это очень ценное перед Всевышним деяние. И представьте себе, когда есть другое деяние, которое превосходит его по своим достоинствам, по своим качествам, по своей ценности. И это терпение, проявляемое, когда Всевышний что-либо человеку запрещает. Запретно, например, взятничество. Человеку хочется продвинуть свой бизнес, человеку хочется продвинуть свое дело, но он воздерживается, проявляет терпение, дабы не ослушаться Всевышнего и не дать взятку человеку, не заплатить взятку. Или, например, очень часто во многих мусульманских странах, к сожалению, в особенности на постсоветском пространстве, и наши телезрители поймут, о каких странах я говорю, человек нарушает, например, правила дорожного движения, но вместо того, чтобы его оштрафовать, его пытаются взять с него
взятку, немножко взяв чуть меньше, например. И это, конечно же, очень плохо. Это разрушает общество, деградирует общество, наносит обществу вред, распространяя в этом обществе взятничество, кумовство и так далее. И человек, водитель, ему легче заплатить эту меньшую сумму, взятку, чем платить государственный штраф, государственное взыскание. То есть здесь нужно проявить терпение, лучше чуть больше заплатить, дабы оградить общество от этой чумы. Потому что очень часто эти же инспекторы дорожного движения, очень часто они иногда штрафуют людей не для того, чтобы соблюдать закон, а для того, чтобы обогатиться самим. Потому что иногда, видишь, никакой причины для штрафа нету. Только для того, чтобы самим обогатиться. Ну а если бы люди платили бы государству, то они не штрафовали бы невинных людей. Ну, в любом случае у взятничества очень много негативных последствий. Говорить об этом можно долго. Так или иначе, нужно воздерживаться, проявлять терпение в таких случаях. Не только в этом случае, но во всех остальных случаях, когда человеку искушает. Перед человеком есть искушение совершить то, что Всевышним запрещено. Искушение ослушаться Всевышнего. И также другое предание, также Кафи, 2 том, 91 страница, очень похожее предание. Так как в первом предании его святость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, сказал, лучше этого, прекраснее этого является терпение, проявляемое в отношении того, что Всевышний запретил. Но во втором предании от имама Багира, алейхиссалату вассалам, уже открыто говорится о том, что лучше этого является аль-вара. То, что сказано в проповеди его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, имам Багир, алейхиссалату вассалам, говорит следующее. «Ас-сабру аль-аль-бала хасанун джамилун». Проявлять терпение в отношении испытаний, когда тебя постигает трудность, испытание, беда постигает тебя. Проявлять в этом случае терпение является прекрасным деянием, красивым деянием, прекраснейшим деянием. «Валь-афдалу сабрейн». Но есть другое терпение, которое превыше этого, ценнее этого терпения. Что это за терпение? Аль-вара'у аниль-махарим. То есть вара названо терпением, открытым текстом. Вара названо терпением, лучшим видом терпения, наипрекраснейшим видом терпения. И также другое предание из второго тома Аль-Кафи, 46 страниц. Обратите внимание, что здесь сказано от послания к Аллаху, саллаллаху алейхи ва салям, который, предание длинное, я все приводить не буду, только приведу то, что касается нашей темы. Его светлость говорит, «Аль-Исламу има духу аль-вара». То есть основой ислама, фундаментом ислама является аль-вара. Является то, чтобы человек соблюдал запреты Всевышнего. Не ослушался Всевышнего. Основой ислама является это. Я так понимаю, что здесь под исламом подразумевается именно иман, вера. Неформальность. Потому что мы на прошлой нашей встрече говорили о людях, которые, например, сами не читают молитву, не постятся, и при этом другим запрещают, к своим детям запрещают, например, молиться. Они являются мусульманами, но являются ли они верующими, и насколько они на самом деле ценны перед Богом? Они являются врагами Всевышнего. Но при этом формально являются мусульманами. То есть они объявляют себя мусульманами, они говорят, мы верим в Бога, верим в посланническую миссию его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Если даже с ними поговорить, и окажется, что они самые верующие из людей, с их слов, что у них больше всего веры в сердце, в душе, так и окажется. То есть они будут уверять вас о том, что это самые верующие из людей, и нет никого более верующего, чем они. Но при этом, так ли это на самом деле? Нет, конечно, это враги Всевышнего, это враги Аллаха, которые не только сами не соблюдают заповеди Всевышнего, но так и другим мешают, другим запрещают, грозят других расправой, если они ослушаются, если они повинуются Всевышнему. Это враги Всевышнего. Поэтому, скорее всего, здесь подразумевается именно иман, то есть вера. Основой, фундаментом веры является именно то, чтобы человек ограждал себя от запретов, соблюдал запреты Всевышнего.
Это, то есть это говорит о том, что для того, чтобы укреплять веру, прежде всего человек должен обратить внимание на это. На то, чтобы соблюдать запреты. Иногда люди спрашивают, а как нам укрепить веру, как нам сделать так, чтобы наша вера была крепкой? Вот с чего нужно начинать. Вот как нужно укреплять веру, вот как нужно браться за веру. Нужно ограждать себя от запретного, нужно соблюдать запреты Всевышнего. То, что сказано «аль-вера», «аль-исламу и маадуху аль-вера». Фундаментом ислама является вера. Ну, есть и другие предания, я не знаю, сколько у нас осталось время. К сожалению, ну, на этом я не буду больше, наверное, приводить предания по этому поводу, так как времени у нас нет, и передача у нас последняя, поэтому отложить на следующую встречу не получится. Я хочу только указать, и на этом передам вам слово, хочу только указать на то, что далее его светлость начинает плакать. Его светлость, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит о том, что «Афдалу л'амали фи хада шахр аль-варау аль-махарим Иллах аззаваджалла», то есть самым достойным деянием в этот месяц является аль-вара, соблюдение запрета Всевышнего. Далее его светлость начинает плакать. И его светлость, аль-ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, спрашивает его о причине его слез. Его светлость отвечает то, что мы уже читали ранее, знакомили наших телезрителей на одной из наших встреч в связи с мученической гибелью его светлости Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам, который пал мучеником именно в этот месяц, месяц Рамадан. В связи с этим мы приводили этот отрывок речи его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, где он объясняет, что его плач связан с мученической смертью его светлости повелителя правоверных Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалам. Уважаемый шейх Курбан, огромное спасибо вам за такое подробное такое толкование проповеди этой. И мы очень благодарны вам. И на этом с вами вынуждены попрощаться. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах и баракату. Уважаемые телезрители, к сожалению, наша передача подошла к концу. И это последняя передача, посвященная теме проповеди посланника Аллаха. И слава Богу, мы ее смогли закончить. Поэтому мы с вами прощаемся, желаем, чтобы Аллах принял и ваши, и наши молитвы, наши просьбы, наши деяния, наши посты в этот месяц и простил нам все наши грехи. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Yeah.